Здравствуйте. Привет. Мы писатель Жвалевский Пастернак, и мы в Америке. Нас сюда занесло нелегкое. Нас сюда занесло книгуру. Да, не просто книгуру, а проект книгуру в Америке. И спасибо им за это. Буквально 37 часов, и мы тут. Сейчас мы находимся в Силиконовой долине. Это совершенно невероятно. Здесь солнце, здесь очень жарко. Хотя вот в полчаса езды отсюда Сан-Франциско только что была осень. Там прохладненько, да. Но мы не просто в Силиконовой долине, мы на Фейсбуке. Мы в Фейсбуке. Нет, мы на Фейсбуке, потому что Фейсбук под нами. Мы на крыше того здания, в котором, собственно, квартируется Фейсбук. А сверху тут вот такая красота, прямо зелень и экзотические растения. Говорят, даже лисы приходят. Это, да. Это не первые лиса, которые нас здесь. Тут много. Да. Ну, в общем, пока мы в некотором изумлении и немножко тормозим, потому что все-таки смена часовых поясов на 10 часов – это сложно. Мы постараемся подстроиться. Сегодня у нас будет первая встреча здесь, в Силиконовой долине. Да, вот после встречи мы, наверное, расскажем больше, интереснее, потому что мы увидим людей, которые здесь живут, многие годы живут, и говорят, дети придут какие-то, которые говорят, читают. Говорят, дети тут читают по-русски, говорят, дети тут читают наши книги, пока это для нас совершеннейшая фантастика. Ну вот сегодня мы лично в этом убедимся, обязательно вам расскажем. Ну все, пока.